Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я пеку пиццу по очень-очень простому рецепту. С таким рецептом справится даже ребенок. Пеку я ее очень часто, потому что, ну, как бы ее несложно печь. Сначала в мисочку вливаю стакан теплой воды и всыпаю пол столовой ложки сухих дрожжей. Всыпаю и не перемешиваю, ничего не трогаю, оставляю их минут на 10-15, пока они чуть-чуть оживут. Дрожжи простояли 10 минут, вот так они активировались. Вливаю яйцо. Щепотку соли. Столовую ложку сахара. Три столовых ложки растительного масла. И муку. Замешиваю тесто такое не сильно крутое, но и не мягкое, такое среднее, как на варенье, может чуть плотнее. Тесто вымешивала минутки 3, наверное, пока оно получилось вот такое вот гладенькое. От рук оно так, ну, почти отстает, можно сказать. Накрываю крышечкой и постоит где-то от часа до полутора часов. За это время сейчас будем готовить начинку. Для начинки я беру хоть на большую пиццу одну, хоть на две маленьких, 400 грамм колбасы, 200 грамм сыра и одну луковицу. Колбасу сначала нарезаю колечками, потом соломкой. Сыр я не тру на терочке, а тоже нарезаю мелким кубиком. Луковичку просто нарезаю кубиком. Тесто простояло 1 час, уже подошло хорошо. Зимой, возможно, ну, тесто будет стоять и 1,5 часа. Разделяю его на 2 пиццы. Лист написано с антипригарным покрытием, поэтому я его, как бы, наверное, не буду смазывать. Попробую выпечь так. Пальцами распределяю тесто по всему противню. Получилось тесто миллиметра 4, наверное, 5 толщиной. Так. Беру соус ровно с грибами. Я всегда стараюсь для пиццы покупать грибной соус. Тут уже как бы и грибы, и томаты. Соус очень вкусный. Дальше выкладываю колбасу. Так как это на 2 пиццы, значит половину колбасы. На колбасу выкладываю лук. На лучок выкладываю сыр. И понемножечку капаю майонезом. Ставлю пиццу в разогретую до 200 градусов духовку. Минут на 15 до золотого цвета. Пицца спеклась. Вот такая получилась. И спеклась вторая пицца. Первая пицца пеклась 15 минут, вторая 12 минут.
Сейчас я тоже ее разрежу. Вот такая получилась пицца. Нежная, мягкая. Вот так она пропеклась, если видно. Сочная, вкусная. Приятного всем аппетита!